Добрый день. Сегодня заменим лампочку в вещевом ящике или в простонародье бардачке Chevrolet Epica 2011 года. Открываем бардачок и откручиваем саморезы. Откручиваем вот этот саморез. Также откручиваем сверху три самореза. И откручиваем здесь саморез. Здесь надо длинную отвертку. Сейчас возьмем другую отвертку. Но саморезы я выкрутил. Так, добрался до того, до этого. И вот которые три самореза здесь сверху. Один, два и три. Вот их открутили. Теперь снизу закрываем бардачок. Снизу снимаем вот этот кожух под бардачком. Он здесь на клипсах сидит. Его нужно поддеть. О, сняли этот кожух. Здесь вот три гаечки. 8. Раз, два, три. Откручиваем этих три гаечки. Так, гаечки я открутил. Открываем бардачок и придерживаем его. Все, бардачок у нас шевелится. Снимаем вот этот фиксатор. Он здесь изнутри. Собачка. Просто выводим ее в отверстие. Все, бардачок, крышку мы сняли. Теперь откручиваем еще один саморез. И снимаем крышку заднюю. Сидит на клипсах. Вот она лампочка. Обычная пальчиковая. Двенадцать вольт, 10 ватт, 10-ваттка. Это сгорело. Как лампочку снять, не знал. Пытался ее поддеть отсюда, начала хрустеть. А сейчас, когда снял, посмотрел, что отсюда снимается. Поэтому можно вот так вот отверточку подсунув. Видно?
Вот так подсовываете отверточку и снимаете плафон. Вот он, плафон снимается. Лампочка идет ГБ5, поэтому можно не разбирать бардачок, не снимать. Ставится, также защелкивается. Ненужная работа. Лампочку светодиодную поставил. Сейчас проверим, как она работает. Снял клавишу. В ней еще, видать, контакт плохой. Кто работает, кто не работает. Сейчас разберу ее, контакты почищу. Разбирается с двух сторон аккуратненько. Отверточкой поддеваете крышечку со стопоров, и она выходит. Пружинка, чтоб не потерять контакты. Вот они маленько подгорели. Сейчас почистим их и соберем кнопку обратно. Так, контакты почистил, клавишу собрал, пробуем. Все, работает нормально. Собираем обратно. Клавиша вставляется, нажимается и заводится. Сейчас покажу. Нажимается и паз заводится. И вот здесь она уже ускакивает. Все работает. Все светится. Ну, собираем в той же последовательности. Удобно до этих саморезов добраться, до которых было неудобно. Закручиваем все по очереди. Сначала наживляем, а потом уже затянем. Thank you.
Ставим бардачок. Сейчас пока резиночку ставить не буду. Накину саму крышку. На шпильке ее накидываю. Закрываем. И закручиваем снизу три гайки. Получается, бардачок на защелках сам центруется, поэтому снизу смело затягивайте. И не забывайте вот эту микролифт этот, он снаружи заводится. Все. Перенос. Подсветка светится. 16-диодную поставил. Маленькие керамические диоды. Освещает хорошо. Все. Всего вам доброго.